Всем привет, с вами Лена Смирнова, и как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня зарубежный букс без вложений, значит свеженький. Ну, так вот он выглядит, называется мой матчинг АДС, как-то так. Значит, так, что-то у меня зависло. Ну, тут сами уже все просмотрите, чтобы не затягивать. Регистрация здесь, вот, вопросы-ответы почитаете. Значит, регистрация здесь простая. Вводите имя, ну, почту, логин, пароль. Что еще? Там будет две графы. Вводите дату своего рождения и обязательно пин-код. Он нам нужен будет при выводе средств. И платежные системы здесь Coinbase, CoinPalmon, Bitcoin, потом вот эта платежка и Perfect Money. Payra здесь нет. Ну, Perfect Money тоже хорошо. Значит, я зайду в свой аккаунт. Я сюда зашла вчера. Мне что-то он зацепил. Так, сейчас зайду в аккаунт. Значит, что у нас здесь? Сразу на главной страничке находится наша партнерская ссылочка. Так, мы здесь что? Просматриваем рекламку, как в обычном буксе. Это у нас задание, я их не выполняю. ПТС. Сейчас загрузится. Значит, пока здесь рекламок не сильно много. Значит, нажимаем на рекламку. Нас перебрасывает на страничку. Загружается таймер. Разгадываем капчу. Send. Все, мы рекламку просмотрели. Возвращаемся. Все, рекламка у нас просмотрена. Значит, далее что еще? Так. Ну, это... Трафик. Здесь есть еще Offer Vals. Можно просматривать. Также. Вот, ну, здесь вот. Вот это ПТС Offer Clicksval. Так, далее. Что у нас идет? Быстренько сейчас пройдусь. Значит, здесь мы можем рекламировать свою рекламу. То, что мне понравилось. Значит, 2000 просмотров, 2,5, вот нажимаем новое. Значит, здесь выбираем баннеры, какие нам надо, так. Значит, URL, загружаем баннер, и что у нас здесь, смотрите, нажимаем вот сюда на треугольничек. Значит, 2500 просмотров, $1. Ну и вот тут вот 10 дней $10 и далее по 7, 12, 19, 49. И проплачивать можно майн баланс, пуршаз баланс и напрямую с кошелька. Так. И еще одна фишка здесь есть. Вот смотрите, вот это, здесь есть как бы обмен визитами. Значит, мы нажимаем, просматриваем вот этих 10 рекламок. Они здесь как бы автосерфинг наподобие. Нажимаем старт серфинг. Просматриваем 10 рекламок таким же образом, как и... А здесь мы, следующая вкладочка, можем загружать свою рекламку. Значит, что мы здесь делаем? Так, сейчас скажу. Подождите. Разберусь. Так, где я здесь? Не это. Так, это уже моя... Нет, это не то. Так, вот здесь. Вот это Advertisements. Значит, сюда заглавие, описание. Сюда ссылочку только не прямую, а с баннера.
проверяем, далее нажимаем рекламку, как она у нас загрузилась. Проверите, нажимаете на зеленую вкладочку только после того, как вы просмотрите. Значит, вот у меня уже я кэшбокс, активно у меня рекламка. Я сначала просмотрела две рекламки, клюкнула, потом я загрузила рекламку и остальные 8 проклюкала. И у меня стала она активна. Так, можно как бы обмен визитами. Далее, рефералы. Здесь будут прямые рефералы. Так, и здесь у нас также партнерская ссылочка находится. Наша. Ну и как я, баннеры. Так. Ну, здесь мани, здесь статистика. Далее, что еще есть? Значит, вот сюда, вот где картиночка, логин мой, на треугольничек нажимаем. Сеттинг. Так, видео затянулось, конечно. Загружаем фотографию. Это уже по желанию. Здесь пин-код, сохраняем все. Далее что? Payment. Здесь прописываем свои кошельки. Так, нажимаем сохранить. Так, сейчас я переведу на русский. Так. Здесь режим. Оплата, режим отпуска, аутентификация есть. Можно сделать защиту, защитить свой аккаунт. Так, вот Google 2FA. Это можно защитить. И так. Здесь у нас. Ну, а здесь рекламку поменять, если кто как хочет, так? Ну, в принципе, вот такой вот бут. Что еще? Нажимаю. Сумари. Есть апгрейд. Как и везде во всех буксах таких. Вот вкладочка апгрейд. Далее что? Есть чат. Здесь присутствует админ. Я задала ему несколько вопросов. Сейчас я перевела, и я вам сейчас покажу. Значит, вот он мне ответил. Я у него спросила первый вопрос, когда был старт проекта, в начале ноября. И я у него спросила, можно ли зарабатывать здесь без инвестиций и как бы выводить без инвестиций, правильно? Да, это все можно. И поинты. Здесь есть поинты. Значит, у нас поинты, так, а поинты у нас вот здесь офервал. Вот мы будем вот на этой вкладочке. Можно зарабатывать поинты. Так, депозит нам не надо. Виндраф, минимальный вывод отсюда $5. И еще в ближайшем будущем он что-то там собирается, администраторы, запускать, что все будут типа того довольны. Значит, смотрите, минимум $5. Максимум 50, это на бесплатной основе. И походу у них комиссия здесь 3% они берут. Вводим сумму, пин-код, нажимаем Виндраф. Так, и апгрейд. Значит, минимум здесь на 30 дней $10. Также с майн баланса, с пуршаза баланса и напрямую с кошелька. Это уже по желанию. Да, ну да, вот $10 самое дешевое. Остальное тут уже идет все по нарастающей. И вот тут сами уже все прочитаете. Далее суппорт, форум есть и новости. Вот такой вот зарубежный букс. Кому интересно, пользуйтесь. На этом, в принципе, буду заканчивать. Буду продолжать по мере новостей мониторить этот проект и, естественно, по выводу, когда будет что выводить. Всем удачи, больших заработков, до новых встреч!